Всем привет! Приближается праздник 8 марта, и в Леруа Мерлен уже привезли море цветов. Пойдемте скорее смотреть. Цветы примула разных цветов. Стоят 80 рублей. Фиалки по 377 рублей. Хризантемы стоят 333 рубля. Каланхоа тоже разных оттенков стоит 333 рубля. Патифилум стоит 333 рубля. Красавица орхидея стоит 588 рублей. Посмотрите, какой красивый цветок. Называется гузмания. Стоит 1300. Еще один цветок с патифилум. Он чуть побольше, стоит 371 рубль. Красавица хризантемы, 4 цвета на выбор, розовый, бордовый, желтый и белый, стоит 498 рублей. Антуриум стоит 733 рубля. Роза мини стоит 277 рублей. Цветы гордения стоят 855 рублей. Хризантема в маленьких горшочках стоит 155 рублей. Есть разные цвета на выбор. Гвоздика за 250 рублей. Цветы пеларгония стоят 280 рублей. Красивые оттенки. Посмотрите, какая красота. Лилии в горшках стоят 633 рубля. Еще есть гортензии в белом и розовом цвете стоят 940 рублей. Цикламен за 247 рублей. Это тоже цикламен, только махровый. Пеларгония. Посмотрите, что я нашла. Цветы ранункулюсы. Стоят 272 рубля. Когда цветов много, глаза разбегаются и не знаешь, что выбрать. Гиацинты стоят 133 рубля. Разные сорта орхидей. Снова антуриум. И еще орхидеи. Гиацинты по 88 рублей разных оттенков. Есть гиацинты подороже, стоят 133 рубля. Цветы примула стоят 96 рублей. Есть как обычные цветы, так и махровые. Гиацинты по 90 рублей, еще не распустившиеся. Гортензия белого цвета стоит 940 рублей. Пеларгония за 240 рублей. В розовом и красном цвете. Есть гортензии поменьше, они стоят 940 рублей. С патифилум за 333 рубля. Каланхоя в красном и розовом цвете стоит 208 рублей. Цикламен стоит 320 рублей в красном и розовом цвете. Вот эти очень красивые, да? Смотри. Пеларгония за 208 рублей. Маленькие гортензии стоят 822 рубля. Хризантемы за 333 рубля.
жасмин. Какая красота. Тоже пеларгония. Гиацинтов в этом году привезли очень много. Эти стоят 133 рубля. Нарциссы стоят 198 рублей. Тюльпаны желтые и красные стоят 198 рублей. И нарциссы. Зигакактус или Рипсолидопсис за 277 рублей. Это бегония. Стоит 333 рубля. Двухцветные мелкие розочки. Стоят они 398 рублей. Орхидеи разных цветов стоят 588 рублей. Примула за 80 рублей. Нова Каланхуэ. Различные свечи. И маленькие орхидеи разных оттенков стоят 811 рублей. Орхидея за 722 рубля. Маленькая желтая орхидея. Орхидея по 722 рубля. Цветок кампанула стоит 477 рублей. Азалия розовая и белая за 477 рублей. Хризантема за 333 рубля. Спатифилум. Орхидея дендробиум. Белая и розовая. Еще есть вот такие красавицы орхидеи. Гусмания шарм красная за 422 рубля. Тилансия анита. Красавицы орхидеи разных оттенков. Цветы каллы желтого и розового цвета стоят 855 рублей. Бриезия спленриет стоит 622 рубля. Антуриум. Крокусы по 188 рублей в фиолетовом цвете. И гиацинты по 88 рублей. Очень красивый цветок, называется камелия японская, стоит 1222 рубля. Традисканция микс стоит 323 рубля. Она только начинает распускаться белыми цветами. Акалифа. Интересный цветочек. Камелия японская красная стоит 1222 рубля. Различные луковичные цветы по 90 рублей. Мускарики за 277 рублей. И гиацинты разноцветные. Мы уже дома. Сегодня началась масленичная неделя. Я сделала тесто на блины. Хочу поздравить всех своих подписчиков с масленицей. Пусть блины сверкают солнцем и сбываются мечты. В масленицы день сегодня все прихода ждут весны. Хочу поделиться с вами кусочком весны, так как я знаю, еще не у всех тепло. У нас продолжают расти подснежники. У нас в саду уже скоро крокусы распустятся желтого цвета. Как только солнышко выйдет, я думаю, они распустятся. Гиацинты потихоньку начинают расти. Вот уже бутончики появляются постепенно. Здесь у меня растут 3 гиацинта. Остальные растут под деревом. Там сейчас грязь. Когда она просохнет, я потом вам их покажу.
На этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно было вам полезно и интересно. Если да, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. Всем пока!